Белорусские паспорта, срок действия которых продлен на 6 месяцев, действительны только внутри страны и не подходят для пересечения границы. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Исключение составляют только те случаи, когда продленные паспорта признаются иностранными государствами на основании заключенных с нашей страной двусторонних соглашений. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси актуализирует список социально значимых товаров. Мониторинг цен обсудили в Совете Республики. Сейчас в перечне 30 наименований, заканчивается работа по его оптимизации. Также весь процесс мониторинга цен ждет цифровизации. Появится специальная онлайн-система, где данные будут собирать ежедневно. Создание такой онлайн-системы предусмотрено антиинфляционной программой на 2021-2023 годы. Около 1500 человек обратились к медикам за сутки из-за гололедных и холодовых травм. Об этом сообщили в Минздраве. Больше всего обращений зарегистрировано в Витебской области – 338. Почти у всех пострадавших – гололедная травма. Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах. Документ корректирует понятие «основные социально-демографические группы населения». Определяется также порядок установления размера месячной минимальной заработной платы. В Минске обсудили перспективы образования в союзном государстве. Белорусские ученые будут чаще отправляться с россиянами в морские экспедиции, а российские – изучать архитектуру Беларуси и проводить исторические раскопки страны. Об этом и не только говорили на общей коллегии профильных министерств в Минске. По итогам встречи все задачи на предстоящий год прописали в общем документе.